Абсолютно одно другое не исключает. Если мы проблему актуализируем здесь, вот, то есть они же нашли те проблемы, которые они считают актуальными, да, и высказали. И если они готовы ее решать, эту проблему, то здесь все будет плюсом. И привлечение местных властей к реализации, и областного бюджета, возможно. В городе Медногорск, например, был создан проект по строительству ФОКа, и ФОК сейчас строится со средствами областного бюджета. И привлечение федеральных средств в виде грантов тоже, конечно же, будет плюсом сюда.